мая 16 года, вот поехали мы вдвоем на распашку, ходим где-то полчасика, первая монетка у меня выскочила, империя какая-то, пока не видно, что это. Ладно, первая монета есть сегодня. Вот прошло минут 10-15, еще один сигнальчик, на этот раз советы, 3 копейки, 1938 год. Вот вторая монета есть сегодня, иду дальше копать. Входил еще, наверное, минут 20, снова сигнал хороший, и на этот раз аллилуйя. 15 копеек, 1930 год, белончик. Вот есть третья монетка сегодня, нормально. Иду дальше копать. Прошелся немного. Да, я записываю. Еще одна монетка, 2 копейки, 1930 год. Убитенькая. Ладно. Четвертая монета есть. Иду дальше копать. Ну вот и пятая монетка. Империя, копейка. Анна Николая. Убитая. Такая. Ладно. Пятая монета есть. Иду дальше копать. Вот мы переехали на другое поле. Полчасика ходим. Ничего нет. Вот сейчас первый сигнал нормальный. Копейка. Ранний совет. 1928 год. Ладно, вот уже шестая монетка сегодня есть. Нормально. Уже день, считай, удался. Ну вот и очередная монетка. Это копейка николаевская. 1903 год. Посмотрим, живая, не живая. Ладно, седьмая монета есть. Иду дальше копать. Еще немножко походил. Минут 10-15. Еще монетка. Советы, 20 копеек, 1948 год. Вот уже восьмая монета сегодня есть. Уже нормально. Иду дальше копать.